может отменить реальную защиту гражданских прав. Можно закрыться процедурой. Я не имею намерения ссориться с институтами власти. Но договориться таким образом, чтобы главенствовал закон в досудебном порядке, мы можем и должны. А вы с кем судите сейчас? Сейчас с прокуратурой в лице господина Потынги, который меня отправляет прямо генеральному прокурору. То есть он не решает этих вопросов. Речь идет так о ревизионном порядке. Какая проблема? Давай жаловаться генеральному прокурору. Можно и протестом пойти. Вы уже свободная, вижу. Насколько вы свободная? По условно-досрочному освобождению. Ага, это я должна еще отмечаться. Это я должна... Вот, проверьте, это лично вам. Я не участвовала в выборах, не имела сил, здоровья. Так чтобы, нет, чем вы хвастаетесь? Если бы участвовали, то правильно. Можно было хвастаться. Нет, я показываю вам, лично вам, что я никогда не обманываю и не подвожу. Я всегда понятно. Говорю, как есть. Чтобы контрагент был уверен. Сидит в маске, да чего делится? Аспурат чего? Ну, давно власть на момент. Эммануэль, ну и плачет. Значит, надо посчастливить на видео, да, лайк, шер. Да. Сейчас подойдет адвокат. Мы пытались пообщаться. Государственный, у вас нет денег на частного адвоката, у да? У меня пока вообще нет денег. Ого, а как? Вы вышли из тюрьмы без денег, без ничего? Вот сейчас поеду, получу, может быть, остаток со своего счета. Ага. А там что, пенсия или что насчет? Там пенсия по инвалидности третьей группы, хотя должна быть по инвалидности второй группы. Вы можете пройти в ТЭК и может повысить. Обязательно пройду в ТЭК. Теперь вы уже свободный человек. Да. Почти свободный, да? Почти свободный. Но в связи с тем, что я изначально была законопослушным человеком, я буду вовремя отмечаться, соблюдать все нормы условно-досрочного освобождения. Однако... Хотелось бы, чтобы институты власти просто перестали закрываться процедуры, а начинали разрешать ситуации по существу. Вот только что отошел, еще не начинается заседание, господин Потынг, который... Прокурор. Прокурор. Он отказывает в ревизионном порядке по трем моим уголовным делам, по которым я отбыла 7 лет. Лишилась абсолютно всего, чего может человек лишиться. И все они имеют разницу. Да, место, скажем, судебных ошибок. Множественных судебных ошибок вполне очевидно. Мало того, есть свежие доказательства того, что вот эта вся процедура продолжается, и ее надо остановить. И просто пересмотреть мои дела. А у вас, кажется, несколько уголовных дел. Там, секундочку. Она вышла, сейчас закрыла, Потынга был куда-то. Здравствуйте. Куна? Да. Аппарат передавно. Это, это господин Брегов, знаком. Он меня тоже защищал. Вот, у нас одна, вы не все пишите, одна ваша подзащитная там находится, дойна такая, ну, раньше, где я находила. Она от вас в таком восторге. А, да, я молодец, думаю, адвокат. Да, у Филиппа Киркорова нет таких вещей. Если адвокат добросовестный, то его все уважают. Видите ли, наличие денежных средств еще никто не отменял. Ну, так... Адвокаты свежего... Не всегда миллионы помогают в суде. И не всегда хороший адвокат достаточен. Ну, мы все стремимся к цивилизованному образу жизни, к цивилизованному судопроизводству. И поэтому я призываю перестать заниматься отписками, прятаться за процедуру, за вот формальные эти письма. Мы не усмотрели состава. Значит, у вас там вышли как бы сроки. Если преступление или ошибки имеют место быть, даже уже в рассмотренном, закрытом уголовном деле, тем не менее, нужно восстанавливать справедливость. Ну, так. За этим же стоит человеческая жизнь. Вот сейчас я вышла. У меня нет бизнеса. Он полностью за 7 лет, ну, конечно, поломан. Его просто не существует. То есть нету ничего. Жизнь надо начинать с нуля. Просто с нуля. И он говорит, я слышал, у вас к нам больше нет претензий. К вам? Нет, действительно. С ПАУ-13 мы достигли кое-какого досудебного разрешения ситуации. Некоторые.
Но прокуратуре КНП какое-то имеет отношение. Но у вас и послезавтра есть какой-то суд? Послезавтра? Почти каждый день у вас уже суд. Да. А тот завтра, наш аппарат? Да, мне его дать позволили же обзашать. Ага, Министерство юстиции. Аректива досады. Стерживерсиазы прямо. Ага. Mm-hmm. Да, acum acest judecător cerut revizuirea dosarelor penale. Revizuirea unui din acele trei dosare pe care au fost condamnate. Condamnate. Au apărut probe noi sau marturi, chestii, da? Da, a solicitat pe procurorul să vină să o audieze penitenciar, nu s-a făcut nimic, pur și simplu s-a scris că nu se și noi am contestat în 313 și anul de reform procurorului. Dar care procuratură se ocupă de cazul? Centru. Și aici toate dosarele în 313 se examinează, da, ședințele sunt închise. Da, 313 ședințele închise, dar doar dosarul celălalt de la centru. De mine e cu trei dosare care sunt... Nu știu că alte judecători nu examinează, n-au judecători de instrucție. A, că acum toate judecătorii Chișinău și ăștia de la Ciocană se ocupă de 313. Da, schimbări, reforme. Simțiți ceva, efect e mai bun după reforma asta sau e tot amețală și sper dosare și sunt târzii și... Forma s-a schimbat. Nimic, nimic conținut, da? Пока не видно движений. Это должно быть активно. Вот нашли, допустим, ну как сказать, как в движении. Вот человек едет за рулем по дороге. Попал колесом в колдобину. Его действие. Он пытается как-то вытащить машину и поехать дальше. Все. Здесь должно быть все то же самое. Исправили ошибку. Поправили ситуацию, пошли дальше. Не надо это на годы растягивать. Да, но и яму тоже чинить надо, потому что он же может еще правильно раз попасть туда или другой. Естественно. И чинить яму. Действия водителя одни, действия заинтересованного лица другие. Здесь должно быть то же самое. Mm-hmm. А у нас это растянуто на века. Mm-hmm. Везде, в других государствах, я не имею в виду постсоветское пространство, не знаю, европейский, восточный, это делается быстро, конкретно, точно, действительно. Și dosarul cel în baza legii 87 trebuie să examineze repede, în 3 luni, de când e pe rol. Noi avem 3 în baza legii 87, adică am depus pe câteva plângeri care se examinează aici. Și iată asta care se examinează pe mâine? Undeva aproape 3 luni. Aproape 3 luni. Și încă nu e posibil să iasă soluții mart sau... Bun, deja noi suntem pe final. Ah, ok. Deci se încadrează între ele. Două ședințe maxim și să examinăm. Ok, ok. Ăsta era procurorul Potem? Da, încă găspodin Potem. Da, Potem a fost procurorul. Dar el a plecat repede să nu-l tragem de limba. Нет, он и до этого, я ему говорю, господин Потенко, как вам попасть на прием, чтобы уделили мне 5-10 своих минут? Он, а никак, у меня почасовая оплата. Я говорю, господин... Он говорит, я слышал, у вас нам больше нет претензий. Я говорю, как нет, они сейчас только все начинаются. Mm-hmm. Хорошо, вот я вышла в никуда, вот мои действия. Mm-hmm. Ну хорошо, ну допустим, кто-то из вас жалится, подбросит меня к пенитенциару 13-му. Ну возьму я там свои оставшиеся 2 копейки. Mm-hmm. Дальше мои действия. Поломанные, перекалеченные. Суды пока что еще в самом разгаре. Mm-hmm. И вот интересно, государство говорит о том, как живут такие люди, которых выбили из всей жизни, лишили всего абсолютно. Все пошли жить дальше, человек остался... И человек ненавидит уже государство и закон, и все, он вышел оттуда... Нет, как ни странно, я отношусь с пониманием практически индифферентно, вот удивляюсь, у меня нет ни ненависти, ни антагонизма. Вот хотите верьте, хотите нет, но... Я хочу, чтобы где-то, как-то, каждый человек имел свою нишу в данном мире. Это справедливо и правильно. Всем тяжело живется, но кто-то живет гораздо лучше, неоправданно. А кого-то просто выкидывают из гнезда. Ну и ни один человек с этим мириться не будет. Ясно?